Греческий музей – это моя такая с детства страсть. Со школы приучили, и если есть возможность, в каждом городе, где бываю, посещаю Греческий музей. Конечно, после океанариума это не то пальто, но флора и фауна Геленджика представлены. История, экскурсию я не буду себе покупать. Похожу, посмотрю, поснимаю дольмены. То ли погребальные сооружения, то ли какие-то... О, здесь где-то даже есть дольмен, сейчас посмотрим.